Привет всем! В эфире программа «Рука здоровья». Почему же «Рука здоровья»? Потому что здесь находятся все рефлекторные точки нашего организма. И активируя эти рефлекторные точки, мы активируем наше здоровье, мы активируем особые программы, которые способствуют восстановлению наших органов и восстановлению нашего здоровья, нашего самочувствия и также эмоционального настроения. Кто я? Меня зовут Ольга Бёми, я живу в Германии, я занимаюсь целительством, биоэнергетикой и рефлексологией. Также делаю wellness-массажи в своем центре Lightland. Так что я именно хочу вам дать техники, которые показали хорошие результаты на моих клиентах и в то же самое время и на мне. Я просто увидела, что это простые техники, которые может выполнять каждый человек, независимо, где он находится, потому что рука у нас всегда с вами. Итак, сегодняшняя тема пойдет именно о руке и именно о нашей голове. На руке проецируются все точки нашего организма. И рука представляет собой, в принципе, нас. Да? Вот голова. Дальнейшие, скажем так, да, я потом уже расскажу на следующих передачах. Ну, сегодня начнем с головы, да. Но если вы представляете человека, вы можете представить, что вот это вот верх человека, это середина, а это, так сказать, его низ. Итак, смотрите внимательно и повторяйте за мной. Небольшими круговыми движениями по часовой стрелке с равномерным давлением вы делаете вот такое упражнение. Здесь находятся точки головного мозга и головы в целом. И активируя эти точки, вы улучшаете вашу концентрацию, вы улучшаете вашу память. Вы также избавляетесь от проблем с головной болью и очищаете вашу голову от негативных мыслей. А теперь вместе со мной повторяем это упражнение еще раз. Для удобства я сделаю вот так, потому что мне так удобно. И вам, наверное, тоже. Мы начинаем с мизинца. Закройте, пожалуйста, глаза. Глубоко вдохните в себя. И небольшими круговыми движениями начинайте массировать кончик вашего пальца, представляя, как запускаются одновременно процессы, которые сейчас нужны вам, в вашей голове. Запускаются именно те вибрации, которые направлены на увеличение памяти, концентрации и улучшение вашего здоровья. А также очищение вас, вашей головы от негативных мыслей и от негативных проявлений. Глубоко вдохните в себя
И выдохнув, повторите эту же процедуру на левой руке. Да, сейчас у нас была правая рука. Для того, чтобы это еще раз очень хорошо положилось, вот я нарисовала такую картинку. Вот такая картинка, да, где нарисован мозг и связь с нашими кончиками пальцев. На следующем занятии мы пойдем ниже и рассмотрим, какие же зоны связаны с дальнейшими участками, и избавимся от насморка и респираторных заболеваний. Я предлагаю вам делать это упражнение в течение недели, каждый день. Это не трудно. Его можно делать в метро, его можно делать, проснувшись утром. Помните, что ваше здоровье – это главное. До следующего раза. Кто хочет знать более подробно и хочет принимать участие в моем новом курсе «Биоэнергетическая рефлексология». Для вас информация будет внизу видео. Всем пока!